الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ديتس نجي الشيب خبيتي لب نجي متعيزة برو ديتس بيتسي زوكي جنجيس اتصالون جباتي لب وقاني جيتسو الشيب أنجي بيتسو تزكي لب نتصالو لمخش Мутхайза бичангу бат элуган. Тут сиренеш цели зетлю анна ханни бунескеле. Эвук анна мунау чурео сидик али хасу дуба. Четыре на четыре алдавук иду комуна талдежанин бижер антиле шуку хугу чук анна идал. Я кандит санер вук чук али сак али беху хельбу сулевеч ивишилен кулан. Кадири гиричаларан сайлдежан цунуха ричалан кадири. Телефон огирук ич. Саалдажан цут игуно хагун эбеле мингит ади харач уларан. Амма цалдеже кулан. Заман нижет хебак адабихана башку цауле заманес. Замане отасан ким файда бу сизе куле баму. Хеб тутсе бесе сунас не цебак ала цалара бу мухтасар тасриб мияту амир ужумия уну музаш. Фосулу фикрият. Антлют эх цаларова. Тасриб, хебак ала цалун царову хебергу кола жаню. Нужбуржили. Хебергу кола жаню тасриб ки цалун хебгу сунат тасриб аслутарс нежеца хандика махди мутааламасе госия сурабу. Авал сидик али хажас госия цализе ки цалун. Годи нежер Заманы ото барака суларуан, жак адинан рукуре кихвадару лук араане. Жак адинан телефон аздажане заман кихвадару лук араане. Цинки гобкутса шайшвазерес вук ани бук ич. Кинабгут эк кверас квази кикулан, ухту дома харук ич. Цу канаа чазугунит ухту рук уларуан, ому мутлан дураанир, яке ричун русизе шрунгурук. Кинна гуд эх кверэлки кази кулан. Кинна гуд эхха. Хайкаталда талибул элмуэс жиндир авалалда заманэлда сам файдабусани хадугу жиугу хизуг. Шейн авнани нуж киддагу хани рук уларэлхидал. Цукуэс нуж рукуре накрусул. Сабгун кусун цинги нуэца мадрасалда гибан шугу антлусун гибан рукурач армахал. То амма халкасли нужрук улацинги навави адина сецуч эхиол алим забил. Цинги дозд куншинам суалласли ла адри, ла адри, ла адри ба чулувугуни дозд абизувугу ле ла адри му гуа мадрасал шиба вулюк аравилам. Абиляришха, абулесли дхэльт салдезе кулаха. Заман адада хуэтэзэ ки бичазэ ки беулар. Хам заму гунужэр бусулэ заман. То пикбет ула гучияс тахрини баливук ула. Хаду мадрас алса куат ири арамахас нуже бик кизебат уладов тахрини жаним. Уа хури уга заман яс иштуна кугиба чулугуни тахрини ве пик гирэхич уни. Хал калдавртруэ шарма бала ула тахрини жануэ жубат улару бугевги цинги котур бара. خیریس برای پیکبات ولادت سقفول سیال درخ خراب گریش ها اهل دین نصیحت و نجات سفایده بوده فایده بوده هنری خادور نجروخ خیزروگ علم کن چی علم هست هست مصدر بازار را کوتاه حاول بگونه الله سر چی چیه دکزه کت ولارو رزقی از لوگ اورگل الله سر است استانبول خلا حاکین زبیروک آ بکترال علیگار خلوک آ گوچیان سو حرمت هبیزه کت آملا آمیچ اگریس کجو وسی میشه پیاتی گوت بگو هبنش بونیس کل صلار زمان خدوب وسی میشه شستوی گودل نیش کانچ یک اره قدری سیروس هیدا فندی سوکه متعلون هبدوب کدی دت اوت سه بی خیزابرو چی هاگد نویت اینو چو آن عبدالله حجی و دید عبدالکیت ات سبی خی زورو چه هنی رنیش گوگون سادا خواچ آن قطعی سیروس های دفندی سبولان جیویل فتال حجی سوت سالو لی مخ دو مخس عالم زبی داخل گروک اون ماری تهز جوابی ز احول گروک اون ول جیویل تینگی
Учитель Гиру Куатич Угуна Хусулаго, Уди Уди Элуана Хусуланила, Жиндир Эльму Нухтахут из Игуринам. Эльму Нухтахут из Игуринам. Эльнуже, Об Замане, Эльну, Куя Базук Иматвук из Кула. Но вот Черкел Зацумуталюк Анижер до Русул Кетухани Гиулан Зигарабазе. Анг уханики зигарабаз, ханчи шихо савил, ханчи дивану хару чухат, ва шихо савилаху. Эль нужатся ханчи файдабуз ханани, цинги нужей гуслик укул. Ола сахадуниш кварти хунире кана дарсбуз изейлам. Кварти хуне кеда дуавук армалимас ниже мин хажа шук игу мухгуру нитсаулара. Ниж ине кулан, тик уни савахтел дарек он, Анцилек игу километрел. Хемахал анцилек хабу километрел ха. Цинги ха. Игу хабу километрел пешконги не кулан. Обши нахгиру сун хубеги нахеги ниже кулан хебелгу километр ансивжу антлу километра пешконги ха. Хебши навну хас арамаха ниже маалимас игу мухгуру нитсауларан. Аддарсу сатрайни. والفكر يومين والقراءة ألفين أمن درس إيجو مقيلة الدرس سطرين والفكر فكر إيجو قياس والقراءة ألفين كيازر جنو خصالي جينام نش قط إيجو أنا درشة صبر بوك إسكولا كلارش خا جا قناة سيدناك إيك إمخجرو نتصالي جو نتصول حالي تص ديونوس تو ديوت برسنت متعزة بتلوتونشة خخو قرار لجاق متعزه بزه خخو بکرند اختو گتسالو دین قوز جامعی جامع جامعی علی رخیز طریقه تاروگ زگی قرار لگالیت امون مراقبی گتلوعون قلتیک اویز چینگی استرسو قواج اونو چو مورید قوسامو امنین اومو گو خجو چو لحبتا مچو دستامو چون خخو تلوعی زریز بیولاری شال جالی نو Мансур Мухаммад Афанди аст абружу го хачу аст вач вачун куди сасиру аст. Осаму оса шивди расина му гоги тлуи заму хэхку отти хабизари кэдэйшву гэвилам. Эл годинангу хабара калаги чи тлуи не беулару хэхку гоги цалун тлуи араб аму цар унчезэх. Эл жиб жиб жу мухкан авизе кула. Школал дабук ула перви, таруэ, трети, четверти ам начальни курса зу программа мухкан санани. Хадубе хунги гочиасу урус мац гитлик ула математика гитлик ула цугидаб гитлик ула гольхидал основа бугеб. Эл нецагоб основа эдэйч угу нецагоб шула хабизе кул. Ниж цалу лимахал. Авалал даха арабаслу раи нижеда квази туларан. Перевод ха. Ше перевод али балаун мана абун, перевод али балаун мана абун кхэхку кучулиле. Агав кхвач угу зубри табизи кулан губрайх. Агав кхвач угу хаше, вау кхваражо дымуч айабун. Цалу лугу кхваражо чана эхкунта накхи цалан. Гурш ха, кхваражо накхи гир эхкунта. Одинеч угу бук изе. Цинги ха, агав рай, ха зубри тамул хазавизи кулан. Он музеж рек экабицизе кулан. Цуги-цуги даха мутуна рек экарициз кулан. Араба зу каайда бугу, ман хафизал мутун хазал улум амун. Матна би хибсарун шу чугу ниги. Хеу чугу ли айлму одад квершел батару чи. Математика ятлу таблица умножение халебеч уничиесе захмахула. Гуришха, таблица умножение кула матну. Матну ха, годинам гу диния бра калькиву. Хетсере Алин завозгов хибс абулан. Тамас калдаук ару Бадрудин Хасани абун Алин чинуску суна цевок ару чи кулау. Микнуску матну лаланил гостарек эк. Кинаб хапаме чия субук искулех. Микнуску. Какил ушрезан баштаб саата цевок какиеги кач аланил агавше жив Аллах гунданч азе улю гинам. Дол захмах ял дейл мутсалар ал чирук ан. Адим каланс амун алим чид, дуаук ару. Мухаммад са Рамазан бут иэски цид. Суалат эхолюк ар акид эхлу. Досул бицулан. Мискин гуязи ку эйл мутсали ал. Чанги бусен бичуму дос дов заман ял тэх бусизэх. Жа кану цахала бэ. Бук ру кэру гуд ухтулха.
Ниже даумбук арани, хадинамбук тухет ухтурук ини эмерухях инфакт келя ниже дех. Ниж хазар талцаули маха марак алюбудиятву аниже кцуха. Хабгу ятцаулан до марак алюбудият. Хаба слугу бетерханевги добук ичу. Добук ана нечеу калтаса. Цинги бахаутен аунуас чиас уас нуру лахук он цадах цаули хамушарик. До бахаутен самуна чураги жиндир, меседиле смахама кутиса сируесу хагибусун, до меседиле смахант эхуган кутисуресу. Добук ана бач он нижетсат ассан хвазих. Анжи дарски цалидзе кулеб, хабгу чиас дарски хвазе кулеб. Анжи хас хани бетсала, досту бетсала, госху бетсала. اول اول دارو که چه از قاضی هدیه اون گیم خشیل بک اینش خا دوبت اخ بک اونا هنی تو تخت ات سامش ها بله خ جا قاشی بک خ بود تو کمره قلبودیه تلو کو بیتی اون کبره اوت سبدیه کبره مره قلبودیه تبچ آن باش تو خسارت تلوگیت سالم باش تو هنی چی کم سال آن ات سال قدرت رو سعی دفن ات سال رو آن باش تو خ و مره قلبودیه تبچ آن تو پات پول نیک کبره خ تو شقیگی جوبا غباره دی خرو خوب دو جا قاسی قویش خ تو سالی زی گوشو داشتی بچه خو حالیت سه سالیم. هی بچ آرما خبوق آرام رو خیلی خیزلیک آن هف شونی نام. یا خبوق در پیچات بو قوید است قوید اتلیک اتلیک آبوجو. آنچی عرب رای بونس که آن دت سالو لی مخا نجات تو علم اتلو زحمتی. خود ایری گریچان دلار بس اخذ سوال خ. مثلا عاصم محمد دواوک آن دو زمان مناطقی جندیر. قلیس عثمان دواوک آن چوگی چوگی از آسکوری این قوت این اینگی بیولر شه کنترل بگه تی دل خدو خواه هنجی نیجه دست سره چیگی روک ایچو سره روک ارال آن خسه رو تلخونید اون دو دینان خواه پر دیسلاکاتسیا بو قیره خولان دوریند هنجی اونو مزجلو درس آخیر آل دبو غبا واو الغایت و این اولک ایگو توچکا واو الله آد بگه سالی زیلالا رو گو قو آن دیرت ادگی قولون خواه خوخه یا گفت اخزه رسید چه کی و خنوت اخزه و این اوله که ایگو توشک بگی گفت سالی داشی اول رو جان خشی بگی تلفن ات سیم بیاول بود تو کت اخز بود در قرآن اصل آیات بگونه نیکولا بود در شرح داشی و بیز مکتب تو شامل ابو نجات سال پروگرام بود در قپویس کنه نرای اصل چینگی قوگو قلوش شوگو سهبرگو تفسیر بگو روح بیان از دهند اونگی چین حتی مینو تلاجانی بچ اولا توی حقاسلو کی نمجوخ جاق قویش حقیقتا تا ریسالو گو گبونی رخون پروستو بگو اون تی بگو جلانی روکی اپیتت اولی بو وصلی بیششونگو تلیک امیسال نیجه دبی خولا حسین محمد عوری از سرعی قدیس اسی رسول دوست آمو گو چه بوده زمانی که کنشش ایله دوباره پرسیا چهچانه تل دوران گریت اون خواه چه بوده زمان کنشش ایله که موده زمانی چه شد این اون خواه بعد آخه چو هو قرب زمانی که آپیتت بود آنها اما شلی بود چو جاق شلی بود و آپیتت هچ اگریش خا شی بعد آخه بود این غسل راست کیتیم بعد آخه بود از هچ غسل اما نجات آخه خا عبس ساعت هم نرکمانی ال دگی هرتوب، هم الله از دگی هرتوب، هم پیتنه ال دگی هرتوب، بیشونگو علی حجاب دورک بحولوچی شیوگو ال آمونه نت سابولا، بیشونگو دیرک بحولوچی و گجاق قویش میلیارد روگو نیگی گوچی خا، چانگو میلیارد روگو نیگی دینیا بیچه اچ، دینیا بیچه اچ، هش آورنگا صلی الله علیه و سلم از ابر کلا من يريد الله بي خيرا يفقه في دينابون شيو چيو گونيگي الله سيو چيس سيكلابيز بوكتون دينا سوت بي چي كولي لهو چيس نوت سان خلابه نيتلي قودتون حسن اورا گاونو سولا وسا چيش خا انجي اورا كا سو عمر تلار چي جا قاب اخر زمان يل هو چيس تا سيان غيز چيو كي زرس بوگوي خادم نيتلي اورا كاس امر هو مصلى الله عليه وسلم جند خدروگ الخلافا زو نخ کوی نمون عضو علیه بین نواجیس هچ اندرو هچ اندرو کلادن هنچه اون قاو خلیفه سو عمرو گل حلر و چیه شی به چه تیال دوگونی کی شیب سرود دوگونی کی هچ چیه سه شی به خلخ کدر اسمو گی میله
هچ ابشخا خدور چنگی امام زبیرو ولی زبیرو شیخ زبیرو هزو عمرو شلارو چی است کین عمرو نقطت امولت امیز رسوگی بی هچ نیچه کی دا گوابولا کان قدیب چنگی خا بردک مدرس هلاجانی بگونی گی چوگی دستی چه مدرس ها چه بیابونشه جیگی مدرس هلاجانی او گو متعلوم هقون و دور خونوی خولارین مدرس هلاجانی او گو متعلوم اناش هگی بوحون برال گی خنلوی خولارین چونی گی مشکی تسلو امام هقزی گی هقون هکال جهرولوی خولارین هش امون سعید افندی از قدی سسیر از مسجد المدرس ها بست آلی بونال چونن یدینستانی جا قاقویل چینگی نیتلر عم بچ اولی پاکالینی چونی از رس بوگی جو بو مسجد گی مدرس اگی هل چونولا نیتل نرکمانی آدستان هل چونولا نیتل قرالی چه چروکم عمال آدستان هل چونولا نیتل سایقلی آدستان هل چونولا هل چونولا هل چونولا هل دستا کودی اپ او بیجیش چی از بوگی از رس بوگی بی هل چوخ نوژه هم ساعت اصلاوی بوگو عور مویل دیر مجتبه خبوک ایچ اخوه دمسک اونوستیت هل تنیچ سال علماء خط نوشه ده بی خیلتیک اندوره روک ارزال هل ایبیل حجل تسته نق رسوله چی عبدالله حجی دیت سیزه بی غسته نیت سا دمسک اونوستیت هلیگوه چون غسته بی خانه چه حج احیل دکتر زباز درس هل قوله زال هل خواه نیت سا بیل هب چینگی دوب اخبیر اکارو لبک ایشین ها بیل هبیل نیت سخ اید دانگی خواه یکی پتالگی بات آلیت و جامعه ال ازهر اصل نوجه دا زالالی خیزتلیک آن یا قنوجه اصلاوی بروگو چونی گی سویتسکی زویدین یا جانی هیچ وعدی نسوخ هنجی هب نعمت هل شکر آبی زکیلرش نی دماز کلت ساول ما خا فتح الاسلام آلا نیت ساگو آبی زکولان کوین هنجی جو جو سبوک اولان گاز اصل پیچ خا ادی نتوید اینب سابگون قون نیتلراو سابگون کو آلجیر اصل سابگون کو داوتشیو انجا ساکنات چار نجات سه چینگی خا خونوچ اخون جانی به چینگی زلیم بان جانی به خاو کابلیارش خوب علی عبیل آبون تو آلجیر از سواسوق آناتوس بالای زبالان آبولان شیب چوریش لبلو که بیلام خ تو کات نجات از حالی جوری نت سی شیب خابل نجات شیب گه قویل هوا گوری از که مگ دون هم عمر رو دوا خانه قوی حباب گوری هست کهن بوگه تشیب خانیجه گوریش خواد چو بست کود ساول مهم نی بوگ اینرش خواد دماز کل تا دوانی و نیت ساول علماء خواد خواد قوات ای سعبته نیجه قوی حباب گوری هست کهن بوگ ایچ کین نبگو نیجه چه گوابیز کولان خواد اونورسته تلات ساول علماء خواد گروخ که نیجه چه گوابیز کولان کین نبگو هبیز کولان نوجه جاقا اصلاوی بوگو اوک اصلا قیچ امانیسی اصلا چه شکر رویز کلرش سال دیز ای کولانو سالون تلو عرما دعوت که بیز ای کولا بیدایت و هدایت کی نزگو سالو مطلی سالر بی بیدایت و هدایت ها دا قامو گو متعلم اسی مدرس اصلا نفق حلال سالر ایلا سالو لو هیچ اونی بگر غو بجانو قان اچه حج احل ابن حجر سال ایز کولارو هیت اینت او خود اگی دوگو علیم چیست خواره بین غو بگی گوریش خان دوگو علیم چیست احیال دا امام غزالی است امون شیب خواه بگم بیدیت و هدیت دا امام غزالی است امون شیب خواه بگم چوک علیستان چوک را سما قرا حکم چوک را سما قرا حکم و ای بگو خواد سالون تلو عرما خانویت سا دعوت که عبیز کولا شوگو انتل کو سنت نو سالولو مدرس ها جانیم نوجه علو چند دکومنتاتسی عبیز کولیب نوجه علو چند خواد نفق آخویز عبیز کولیب نوجر چند اورغل هبیز کولب هب کین نم نگی بیت ار اونگی اون تون چو چی قوات ای ویچار زمانی هست او چی آخیر آلتا وان خونزیلونی بازر آلتا اولی واگون گیلتون ویچاریز او چه بسه غو چی هست غو حلال خیلیش ایا بیلیبگی غو چی هست از احمق او چی وک اینیش لحب او بیلیبگی غو شینب غینت اد خوی زبورو او چی تلسه بیشون زحمت هجو بگیخ مثلا نیتسا تو آن خبولی بگو شگو سنت ادگی حالتون قصه روی زنگولا نیتس که با خومه طولو بگو خواه بکلیش خواه والله بکلارو خواه والله بکلار چینکی اونگو گو همت حالا تو چی از حالت یا بلو ما دوستی بکلا دودت اد پیق بازه نیجه بکلان خواه نیجه بکلان
Çünkü biz şunu keren un tulucu heba tandı daha. Şu an tlusunat uçitelest an halt yabırma rekhun tutam ki terelot ali bu karıma ha şimin gostabil uçitelest. Şimin labilok. Hedi nujuk izbeular ha mutazza. Bir çölü gori. Enujuk izbeular. Çünkü barakat ki bakhula. Nijet sadak tsalize tluar al emir al adamalu. Nuj bit sunuja. Elmu ki tun aral hel çağza tsuni ki savku bihic. Tsuni ki savku. Kim gözde savku bihileb ya nash habazul kukula. Ya umru gozul kukula. Ya bala hazukle gol kula. Emmerevcuk kula gozik. Emmerevcuk. Betsin gu elmi git alun, salun. Betsin gu ham elmi otere kul amal ki abun. Salivcu çiyada ki maslumu guni. Vallah kıymet kharavçi de kida gu ikhicuk. Kıymet kharavçi kida gu ikhicuk. Evile Dağistan aslo alim zaybirus. Muhammed Sa Ramazan muti rahim olasamına. Juhit inoçi. İsu çavaçhanile Hasan Habana ki esu madrasa ol tezhit inoçik. Nukta uguanile çingi gob nuktuk kulucu uguan nuktaha. İsu çajinde avun ilhani balayın diruaz duyet adi antik udul hagam halt udasumuk arani. Jak kajin samun hagam halt udagilsun tzilitski kundu kejuna kusizuk an. Jinde duyet adi antik bih kulevheç in habdin elmu sayil hazabi olsun guruninam. Ebilaha nötsakhala be hükumatatlu but rüzgi adab habuna. Hafiz asaydet sebe haburak alhaybut uhude bu sarav. Hada ma kultu amama ruasa haburak. Yordaniya tlubet er Hasani cin Hüseyni de sebe haburak. Marakuya tlubet er Hasani de sebe haburak. Prezidentası kuerbaçı için çiri çalarema. Guriş habuge. Serre çezar çun golgi. Saat ki baştas vaza bize kanani hep izan kudya paçot buk iskul. Hep elmu kuruvçi Allah'a su'udu an havlar. Ama elmu başar gize ki beyoğlar. Bir çölü gure. Sahab al kazetli hun. Han insan gu niyat buk. Onditsa niyat havuna dibil ki abiz eylem hun. Said Efendi Esav'ı luk arabu gavile bağlı Muhammed'in uç ikav. Çünkü ha gold salı liman ha jinde salı anışın uca dibil ki asad salı jinde kabul oguna kizelim. Dibil ki bu adek karama ha bikinci asadin havulucu adek keç ugu hadu kant ezegi beyuları. Nice katı kut udeyni çivuk unu dosu kiddagu hanjar buk ulan sadak var çun. Ami ki qarislu qeyhkete ulagu dandigi vaç unçu yas akbaza mi çiz. Ami ki ulu çiyas uka bak kizetlumu akbazan as uğunu guh. Was awmutsin hanu balaylo mugos hasl hal umugi chansu hanu gibuk arabinaw quk karama khal khanjar bu gadinan adik karama habul ju debir ki ama khadugi tlun tut ezigi khadugi tlun gola khant ezi kulju gibile huburiyasa betsumu kulubi bu kullar adik karama khres bu kullar gov habic u gi khashe rekhunju teze beular elida Hep ki nücedek uçeze beyolar. Niyet git Ali Basul batsa da buk ize kula. Niyet al dere kunkezi bu Allah'a nüce tavfik ki. Nüce niyet mekke bu günani Allah'a nüce tavfik ular. Problema basa problema bezi ulluk ula. Et nöce kana niyet batsa da be. Bir cana göre. Allah'a nüce tavfik ki. Nüce ki dua bize ilk uçuge. Ancazi kalinra kinev ditse bir sunt ubalar. Ну, после всего сказанного, не знаю, что сказать тоже. Но поскольку было сказано об условиях, хочется рассказать, какие были условия, когда мы учились, хоть это не так уж давно было тоже. Поскольку здесь все собраны муталими, когда мы купались, Там была бочка и две шлаковока стояли, такие вот большие, фундаментные. Посреди там купались мы всегда. Здесь стоит газовая печка, на нем кастрюля с водой. Оттуда мы купались. И как-то раз было, это было в январе, мне пришлось купаться там. И после того, как по завершении купания, у меня вот так шея вот так на левую сторону ушла. Все, не могу двигать. Здесь дует, зима, холод,
полуоткрытое помещение. Помещения там не было, доски стояли всего лишь. Это было, когда я уже там преподавал, можно сказать. Я утренний намаз захожу, этот ученик заметил, что я там кривой шеей стою, он говорит: «Муалим, у тебя что-то не так с головой, по-моему». Он сказал: «Головой не знаю, но шея очень болит», я ему сказал. Он пошел, соль взял, бинт принес, я не знаю, откуда он его достал. Ученик Даргинец был, он, помню я его, Мухаммад его имя, я еще его не встретил. Но очень хочу встретить, хочу узнать, кем он стал. Он пришел, массаж делал, мне пояс поставил, здесь хороший компресс делал. Но через дня три я три буквы потерял, произносить не мог. Это была буква «С», «Р» и «Ш». Все буквы я не мог уже произнести. Шея тоже очень болела. Я думал: «Ах, как же так? Уже язык я теряю, речь теряю. Наверное, сейчас мне надо пойти лечиться. Дальше учиться у меня не получится». Я собираю вещи. Все, что там было у меня, я собрал. Больше туда прийти тоже намерений не было. Вот это со второго курса я думал, вещи соберу, лечиться. Эти условия уже не мои условия. Я ушел домой, приезжаю. Поскольку у меня давно отца не было, рахималлаху, на 500 долларов, которые куплены, книги у меня там наверху лежали. Бунаски, которые имам Абдул-Карим Хаджи, они эти книги мне взяли. Когда мне деньги отправили, они принесли эти книги тоже. Я поднимаюсь ночью туда. Матери тоже не рассказал, что я пришел домой, оставил учебу. Но перед этими книгами сижу сейчас там, Сахих аль-Бухари, эти книги. Поскольку у меня с первого курса намерение было не то, что читать, все, что попадется, проглотить было у меня аппетит. Эти книги были еще тогда куплены. И я сейчас сижу перед этими книгами, думаю про себя. Вах, отца не было и нету отца. Если бы мать не хотела, чтобы я учился, наверное, на 500 долларов, тогда хадж можно было поехать. Наверное, книги тоже не купила бы. А сейчас из-за того, что я простудился и несколько букв потерял, я пришел домой, мадраса оставил. Как же я это скажу? Было бы отца, можно было бы отцу сказать: «Отец, вот такие вот проблемы, скажи матери тоже, я не могу продолжать». Через отца можно было бы это объяснить матери. Но матери как объяснить, которая сама старается, что я ушел, хоть она хоть столько книги купила и старается, чтобы я учился. На следующий день утром я сумку опять беру, говорю, я еду обратно в медресе. Она говорит: «Вах, ты столько чего принес домой, зачем, Шамиль?» Я говорю: «Просто думал, забыл, что я его там же помил этой одеждой, хотел дома помыть, принес». Но они уже помытые, говорю, я иду в медресе обратно. «Ты хоть зачем приезжал, хоть скажи?» Я говорю: «Нет, просто подумал, так приехал, вас увидит, приехал обратно туда». Но, альхамдулилла, какие бы ни были условия, потом Черкей, повезло, что в Черкей попался учиться. Да, так как и было сказано, намерение. Мы всегда для намаза намерение делаем на коврике, где мы молимся. Но если когда ты вступил в намаз, намерение изменится, намаз портится же даже. Вот когда мутаалим учится, и он там где-то трудность встречает, когда при трудностях он думает, продолжит дальше или нет, это время, когда ты потерял намерение. То, что пророк сказал, саллаллаху алейхи ва саллям, «Иннамал а'малу бин ният», когда у нас намерение бывает, это то, что мы хотим, мы достаем. А когда вы чувствуете, что не то, у тебя как-то не так идет учеба, знай, у тебя что-то не так с намерением. Потому что амал с намерением бывает, когда пророк сказал, саллаллаху алейхи ва саллям, это не только в начале, это до конца, это до начала тоже. С каким намерением ты туда пришел? Постоянно ли у тебя намерение? Или же у тебя намерение поменялось в другую сторону. Или же какая-то слабость не у тебя является в намерении. И недостаток появился у тебя в намерении. Вот всегда проверяйте свои намерения. Потому что нам же пророк сказал, саллаллаху алейхи ва саллям, «Хасибу анфусакум кабля анту хасабу». Вы себя отчитываете до того, как вас отчитают.
мы должны все стороны себя отчитывать. Вот всегда отчитывайте свое намерение. Какое он у меня намерение? Все ли у меня с намерением в порядке? Вот тогда, какой бы ни был муалим, его почитать тоже вам придется, легко будет. Какой бы ни был мадраса, недостатки медресе тоже вынести придется, очень легко будет. В жизни что встречается у тебя, тоже если у нас намерения такие будут, иншаллах, все легко станет. Наверное, многие из нас думают, вот сейчас я ильму читаю, в жизни что мне достанется, что я, кем я буду? У нас самый большой вот, степень у наших мутаалим – это имам или же какой-то человек, который становится религиозным путем. Нет, это не самое большое, что мы достоим на этом свете. Что в ахирате, да, это ахират даже рассказать мы не станем, потому что это рай и довольство Всевышнего Аллаха. Вы сами смотрите, что на такое вот явление. Ваши одноклассники, которые куда-то поступили, но не туда, куда сейчас вы поступили. Педы, меды, юридические и подобное. Они через 5 лет, 4 года возвращаются домой, женятся. На машинах, на какие-либо условия у них появятся, да. Такие, которые у вас не будут. Это не главное. Главное в момент в том, что после учебы, после всего состоявшие вроде они приезжают. Эти дети, когда возвращаются, умные, образованные, родители радуются, когда они семейные и сами себя могут обеспечить. Альхамдулилля, мой сын себя обеспечивает, уже двое детей, все нормально, говорит, у моего сына, он себя обеспечивает, я отец счастлив в этом случае. А вот вы приезжаете домой, не то что свою семью обеспечиваете, целые села обеспечивать будете. Где имама нету, там достатка не бывает. Ищут, весь джамаат ищут имама. Достают имама. И вы, каждый из вас, почти всю село поднимаете на ноги. Вы сейчас сравниваете, какой степень достается мутаалиму, даже на этом свете, что этот человек на ноги поднимает целое село. В то время, когда тот якобы развитый человек только за свою семью отвечает, не отвечает, тоже вопрос. Иногда с проблемами к имамам приходят. Так что вот почему Всевышний Аллах сказал, я ильму ставляю в людях, которых я буду почитать. Иншаллах, вот мутаалими, это те люди, которые Всевышний Аллах, можно сказать, избранные, и они оказались в медресах. Так что вы старайтесь. Вот эти ваши старания, мы себя иногда ограничиваем. Не надо себя ограничивать. Вы намного больше способны, чем вы думаете. Конечно, вам желаем результатов в жизни, в учебе. Альхамдулиллях, Раббил Аламин. Тут сериал Сашарамахас. Сурейс халдаугуас хуана, хуанадох, хинкиник аймерабуц игурех, миллиардах. Дуасасу эбелец абуна нижета, ханджилемун, накусумач анила, дуркхизан базара лияхиила, дуежу кварайлила, нуже маиша трискы киссабук инамух. Нецахалабе, Тостотин Авулимахас, Добрайбук Ана, Довасас Демукич Ан, Печедо Чидаугук, Иколан Тлусумару Чихана Доваса. Жиги-жиги Кханазик Эчугу Ханах, Кханазик Уларугу. Одинежубу Ризки Аллаха Стулах. Ниссирил Деулимахас, Евук Ана Дионусто Таруйго, Дионусто Третьего Тха. Ниж она туриста цадах туре, цоху нижге цали за уле ун кучачанок. До чачана за арамацки саларон то цадах ру анжет. Кинабгу автобус Турция зурак халды гион, ниж че заруна Гуржия зурак халда. Ниж до границ сел дерек кетас праважа таруна падуле автоматас да урлх.
То хин кутсахолюк, а на гол реке тазго праважа тарулаго, гол туриста накрусу и не горин Дагестанеле, дир сапар нухта ход улюбугилида, хебук андир хин ких. Анжи нухта ход изи горин хасапаринав. Анжи ниш дуре границе алдешедал, кинаг автобус тлуана Турция, туракали цухуниче заруна Гуржия зурак. Ялхаларе бет сингу Гуржия зумац. Я могу не тлеть, что я хочу, чтобы я был в Алгеруге, Абхазии, Кавказе, Куме, Кавуни, Набун. Кисини, хеч, эб арац. Эб замок, а Нижер, унгу, гурак, рак, ас Аллах, стехунус, сун, хелел, харар, замах. Туну тлеть, окей, пепе, случай, что цевеха, контрольный пропускный пункт, полностью автобус, дубе, хумуге. Долгий дих, балан, чанку, эльхачелех. То самое, дита, КПП долго чиас 50 доллар келем, балане кашилю кале 50 доллар гонижани угоечо. Нецеклона 50 доллар, але хажаужани уетлухана арац хеч угох. Цудал барги чалук ана хоцтелха арцул гурел, цуд тнуску анси гирги дуле панерги хадирку тавазу алдере харах. Туэжани шарама хадозу кайби чизан Трабзон алда чуну нижха. То унку муталим ки чачаназу дуре улюгер. Машки тали улагу базар кут улагу адина цибил бугу ха адина куркума гиву гев. Анжи мутайза уз кас кеч увук иниш арац кеч у дурару гев. Анжи какман хадур удук уну гурас каме каладунги га ун кагу чачан уги ха. Цу ун ку чужу адан ана цейсан ха. Дома ха дозу ана ки кугу сун ха. Нижа кулул хабгу сун ги замал. На ки хунгил сун цуял амуна турк мацал нижа де хунжу ха. Нецегол дэхунавна, нахну ла нарифу аллугата Туркия, нижа туркма саларин ха. Туда талибатани татакалами би лугат аль-арабия мух. Гой байбихгана хлинкини гидун гаргайз. Хлинкини ха. Нецегол дэхуна, хаб имам заваза саларин арамаз туда кинин тарабамун. Гола сацеводун имам гунг аль-арама, Куран цалигуруни имам аста талиб арамаз эчуан. Гос амуна хебугили жодор национальный жуха. Жигиле он кошугу сунат себе джамиатул азар тлвар адайлен волха. Анжи разира кун ана гой адан ха. Инч ошугу анц уминут. Хадам ниж машки тали улагу нижер бер адекара цибил гибу сунат чан гой нижер. Жиц а юх харигиле нуже сайга твугиле хабу сейли гам ха. Аншуана Дамаскале. Дамаскале шезан але полда. Дозу до кайби чизан автобус ална хакижа аниж, анц иле кигус куяс ниж удук он кижарлу. Анц иле кигу куяс ха. Валлай автобус ана хакижар махас, бахару авару сурду эстейдин рахашу мукуматилар ху. Анц иле кигу куяс, бухту грехари чан чаха, кигу скамэ кады вэгуйну ге маха бухту куатира кидал, хваду лез тункула руч изарулу хэч умаклух. Анжи Дамаскале шведа дунугу Мухаммад Нури Дагестан дилен чия суру куха, шивку шаарги лхалару. Анжи дос вакунугу ишинавнани, вакунугин кинхабле до конара маха конан, до конач и маха конач. Цугуру нирет элге чу дубаса бу сизейлам. Добрет элге касе чурула, кат рет ула добрет элх. Эмма Хатлуаниш Дамаск алдовуги фатху ль-Ислам ала жанирит уцсере. Дуре жанирит луиндал дунги навайлда сава сук ана мутайлим стахцаулев догун цадакана суку хамиди аталде хадан цу нуску адинесе баргич би чизейн аму дигурит эльбу сизых. Дуарма хат уцсеве базарал дежаниве тлухаравгу тука дежаниве тлухарав чести хабуслю анус нусали цуц. Доук ане дия Аллах аз хада базарал да вихи заворочи. Ниже ги арац кварамук он рет эл хитбу сизе кисини жу гэч угу. Дос тахав кулюбуги махсаде кулюбуэлен кун дитса ги дов навэл да савасас ки суку хамидият ки сэрун киназгу кватири гула рух кватири лам. Ниж базарги сорунт ут сева тару дочия сукритлан. Дос бус хана дох. Док ан Аллах ас ниже вихи заворочих. Дос то бус хана ниже канус нусали цуцу. Бус хули жуя бук ичу. Я дитца гук кулючи доги ук иниш ха.
Цинг Абдалла один довач, арчиевдица, урм базарал, арчигу кулиш. Хаду, вослух шуандия, хавкугу доллар, хавкугу доллар, шуана, стипендия бач из анх. Стипендия бач из ан. Рет эльгибу сизе, цугижуэль. Хаду цулхали да санхалгу барагичалач идал. Кугуя, кугу гуршидегу не дозудол инчу. Ица цада хук арзаун лайдамна, Аллах с хажа тарама кулю куцби хулишха, хажа хич эма ханджи цуги дазиги, Коран буги намун диет шезигавун. Хаб эльму дахурту таваккал бук изкула. Нуже мадраса тлу арама хаджи палги рукканани, мадраса тлу арама харумалги рукканани, нуэца в эльму цалару. Бичруш веда. Хаб эльму эсли Корау ла таваккал. Утсерануш мадраса алде тлуйли маха ги таваккал бук изи кулау шамилица бицуке. Доцу ясе кулукшуэля, доцу ясу семени састеяния бук ина, доцу ясу лха ферма би колхоза лук ина, дирши бук ина. Гуришха. Авал алда ги таваккал. Ше Аллахас алим чик уду ауле, ше авал госул бай бихи Аллахас де таваккал алдашун бук ина алдашун на таваккалу ал Аллахамун. Аллахас бахчун туму гунужер хакиқия диплом. Унгу гунужеца таваккал сурамахал, Аллахас дол кинналгу диплом алхарула нуже мутиалтун. Унгу алда антлавлесун, низ хайдафанди асуцаули заман. Куде сугирук, бишчунгу захмалли кинха, чик абруста дажаниб, таймер кутака маиша теч заман. Урбахенун, хадин додин жугу, сторожтун халтун, кудес рук нухтаба чуле заман бугва. Голдас сахаду. Кудесиру сайда фанди умра эхкюн, аэропорт алдаса, махачкал дешезан, машина базу мукхбихидал. Нижец Аллах се шукурет савуна, диего мисалтун гибук ана, до махал, русут, чинги, Кутакаб абизерес хэч эб, руку, дарцалу люк арау дунги, хэдингу сайда фандиги, вохролдана кэходу люк арау, кудесирут эх кибусун, сун кабук улан кида губар чулеб. Эль молде адшарау, балахин Аллахас куду харули кудс. Гуришха, гоб капили алда хуртурук ана хаким забиги, гоб капили алда хуртурук ана алигар халги, гоб капили алда хуртурук ана бизнесмен алги, Гома хазахмати батшумук ичани, доб акаги кун, ихяги бусумук ичани, годинан куду хавизук ани? Суал бугух. Куди сурис айдафанди асабулан жиуля новый черкел да сахани ве гес халюг ве гуртлук аниле фатал хажяу, госуки ула аниле дарс бусизах. Госуки ула аниле дарс бусизах. Эмма халки часа бутка ансе, бутка да жани, хвальши ва канит эхки бахчиз кулет адачи, Чингиха, вач угоста бихич угубок из. Година гин бач шарамахал, доб гин алдаре кунклул Аллас не текруле жугих. Эхнецеги бач из кулаха мутайзаби. Чинги, телефон гибугуна не хири алдаса хири аб. Чик абу гамаханеца мутайзабез абулан, дие бишун сурукав чишивил амун мутайлим. Кино мутайлим? Хага цу импортни машина азбарахлу бач арма гурду инсан балаули чехлаби кинолу гэл, матур кинобу гэл, жан жушиву гэл кинобу балаули. Нецал мутайза вазабула, ле дидне нуш представи таруль хадинан. Ветвара частаре каниге хайвана слук алиу балайзе, уртле балайзе, таде балайзе, цугива али балайзе. Цинги хануже даре куларин шейгу ветвара чади мутайл балайзе тран левас тутсабулю шивин абилер шостаха. Эль мутайзе балайзе кульбашив хаукулит, эх, рукапис, хвараб кагат, ваахаб хадидабатара русутбуге махтут атазда уртлуб, лихаб хадидабатара пулана бак алда уртлуб, ас досу кеклуна бакхизе, дос асу кеклуна бакхизе, хебу гунуж балайзе кульбак. Ама нужго машине бахи дурани, гроско шатлухи балауле ругунани, Дава агисазнатени разумни чочияс психологос нуже кыматхула адиса ветвара часекура кыматха. Гури уге, ветвара частаре каниги нуже даре кулары хиталх. Эх нуже дальхази кула нуж кире балайзе кулел. Сунда адинуэце химатхезе кулел. Хев амуна нижета
Ниже дарс хули учителю, она профессор доктор Хасан Алкария Мужака Иордания долго дуа университет дарс хули. Долг она давата случи. Нижрук она ридала рукури улел. Дос ниже долг уя дарски цали чугушар хула кайта слу ниже уазабуна. Дос абуна ханчинуч ини руки лаха рукуре. Халк иго тали царач ич анужек баллахум бук изубуги лагарти унгу шибде асбит силейнам. Но цару курач арагуабунани, эбель домнитлер анку дал шибха бугу, эбель домнитлер актал рахкан хабак холи бугу, эбель пуланав хабугу ин авун. Вах, гоздак кезе бугил хабд хазабизиш ау дуэ унук аравинам. Но цару курач шарамах абизе кул эбель шибха бугу нужи Аллаха сабул ибада таслуд. Цинки ха, кино ха нужер химат куар буге. Пулана дутся, бить сизе куль гозе динал дасан. Мун дин хазабулю хидай люге. Дутся рукувач араб гуавнани. Баба, хеху цуцурахин калхаре цуханги тамон. Цинги ха, дада, домнитле машина кив хабуге, цуди кэкэдар вишбач сизе. Эбэни суца билаш авгараж алхалт улюшди росук аравилам. Амиляриле, хэх, нужеда хаду халбук улэлхай нужеда. Янги рукуре улагу нухта шибуге, нухахке эхетунугут унт-ун булка кулелха. Вай. Азда китабу ладагу царичивиш азин абиляриш адамаз. Абиляриле. Эх нужеда хаду радара лук ула, нижеда хаду гирук ули радара лук. Гол радара зутле кезич азбе уларух. Кули ругу ниги адабия куц. Машааллах. Тау муталимасу адаби хулари. Стоян калат эхетурну жрецэ банка бу гойду рэххара. Бу сумус сурал жани в рэххана гу цуги дэс рэххума таниге. Ва, халча азда адам ахлюму. Бу гинэршха. Эл нуж мисхали алтну. Нуже так ула дин ади анабизэги. Нуже так ула дин удуби анабизэги. Эл абула алим чиасу кушт ибу гили алам кушти. Нуж кушт ибу гу алам кушти. Ниж гибат ахэч ух. Нитле так ула уммат. Адиги бахизе бизе, нитле так ула уммат, удубеги кезе биз. Эхнуш мисхалия рук из кулах, мисхалия. Бахлу касаду хаясу нахамеца, куди сюрияс, ни чану хашаники, бунес калцал льма, ниже де эльму цаля илен абура дидашалар. Китта гуабулан амал хаби. Ниже де рек эссалару дос каки чуриясу, хат дин бух киби хизабун, хали хат дина чурани лахат ихимал, мисхеди бук унау лхаби ламух. Агадим бихизамун. Дозул амал гуруни, дозул цале, дир цудул цаза хамзай цаву, каймер бук уларан ше, цалун шиб кэли амал хабул хечун. Кэлишха. Амал хеч эб элму отасыг, Аллах цунаг. Аварага сабура дуа бу, хэл харакат бакиха амал хабиз. Бич улу гури. Саддак амал гибук искулу. Амухан дарб хэкэлэ. Бисмиллахи рахмани рахим, ассаламу алейкум, рахматуллахи та'ала баракатуху. Здесь очень много интересного, полезного. Даже я себе, который приобрел знания, очень много было сказано. Я что могу сказать? Я тоже такой же человек, как вы, мута'алим. Мута'алим – это очень ценное слово, которое не приравнивается к нему другое. Вот представьте, вот если мы поставим кусок металла, простой металл, и поставим золото, что из него ценнее? Золото, да же? Килограмм просто металл и килограмм золота поставить. За это за килограмм золота люди друг друга убивают. За это килограмм металла просто выкинут, кто-то где-то валяется, даже внимания не обращают. Мута'алим ценнее это золото. Почему он ценнее? Потому что мута'алим, когда идет, вот посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, как говорил, если вы хотите увидеть обитателей рая, посмотрите на мута'алиму. Вот обитатели рая. Я всегда говорю, когда у нас в одном месте в Маджлисе, когда у нас летний лагерь, когда мы делали в Хасавирте, Умар Хаджи, директор, очень много мне помогал во всех делах, он всегда участник, скажем, во всех богобоязненных делах, скажем. И там один человек пришел, сделает нам дуа. Мечети, говорит, после намаза, джамаатам, сделайте нам дуа. Я сказал, мечети сделают или в другом месте можно сделать? Ну, сам посмотри. Я сказал, я знаю, где дуа сделать. Мечети, джамаати, просто люди, которые пришли на намаз, да, богобоязненные люди, мусульмане, которые пришли на намаз. Я сказал, давай я лучше сделаю с мута'алимами. Эти люди, которые Аллах освободил от ада,
они чистые люди. Может, их дуа, она быстрее примется, и ответ к этому дуа будет быстрее, и вы получите результат. Этот человек обрадовался. Время не прошло. Этого своего внука было, сейчас не знаю, или племянника было, он привел человека туда тоже, мадраса муталима. И вот сегодня вы тоже находитесь в этом же уровне. Имеется в виду, которые освобождены от ада. Но когда мы говорим «вы», это я себя тоже туда же включаю. И каждый из нас тоже включает туда, потому что наша жизнь – муталим. Каждым шагом мы изучаем себе, получаем себе знания, изучаем ильму, проходим какие-то... Хоть мы прочитали те книги, которые вы сейчас начали читать, мы давно если прочитали, но все равно есть книга, которая есть такая наука, которую мы не прочитали. Хоть у нас тысячи книг прочитаны, все равно мы находим полезные, которые для жизни. Это тоже ильм называется. И мы не должны быть такими. Вот пример возьмем. Пустой баллон. Она ценнее или пустой этот полный баллон? Полный же ценнее будет. Внутри что-то есть. Вот когда первый год после учебы, вы когда выезжаете домой на каникулы, вот такой пример. А вот мы в мадраса учились, ты неправильно делаешь, ты неправильно ходишь, ты куришь, ты это делаешь. У каждого, вот, когда мы приходите, вы находите столько недостатков у своих родственников, соседей, друзей. Они тоже думают, смотри, мой сын такой ученый приехал с мадраса, столько он знает. Один из случаев такой, который был, из примеров. Вот так один год учился, приехал ученик муталим, как вы, домой, и он так, ты неправильно делаешь, ты вот так делаешь. Очень много шума показал, как будто он большой алим. Даже на алиму иногда он выходили на такие слова, которые он уже замечания делал. Второй год, когда он домой после окончания домой приехал, он молчит, когда он что-то спрашивает, не знаю, надо спрашивать. Он говорит, вот это по шариату как? Он говорит, не знаю. И отец приходит, во, первый год он столько учился, столько замечаний он делал, второй год он молчит, ничего не говорит. Не учился, что ли? Он приходит учителю. Учитель тоже грамотный был, он берет этот баллон, закинул туда три орешки и взял, пошатал баллон. Три орешки внутри, какой шум там внутри появляется? Вот это, говорит, когда после первого курса он такой, говорит, был. Потом он заполнил баллон, полный баллон, да, ценный баллон, но там же шума не появляется. Вот-вот, говорит, он же когда ильму получил, он уже молчит. Есть какой-то вопрос, он говорит, надо посмотреть. Есть какой-то вопрос, надо узнать у алима, как этот. Вот такими должны быть. Не самовольничайте в религии. Самая большая проблема, год-два учатся, выходят с мадраса, и потом везде, как муталима вас ценят, а вы уже не знаете, то, что вы не знаете, тоже начинаете отвечать. Из-за этого на вопросы надо отвечать алимы. Вы до сих пор еще муталимы. Не спешите сразу решение выносить по шариату или каких-то вопросах, которые связаны с религией. И сегодня очень ценное – это что? Если мы так возьмем, ценное, мы говорили, золото или там дуниал, ценное. Ценное – это ваши учителя. Наши учителя, которые нам дают знания, которые у нас нету. Из-за этого, за то, что они ценные, мы должны их ценить на таком уровне, как вы цените своих родителей. Вот насколько вы себя любите, сколько вы желаете, чтобы у вас было хорошее и здоровье, и имущество, и все. Вот больше, чем вот себе, вы должны желать своему учителю. Почему? Потому что если у учителя будет все, он будет, да, не нуждаться в чем-то, у него время еще больше будет вас учить больше еще лучшему. Из-за этого цените и уважайте своих учителей. Вот каждый из вас, просто представьте, да, вот этот учитель мне нравится. Вот хороший амал. Вот берите от него вот его амал характер. После учебы, когда вы вырастете, вот как сегодня Али Хаджи рассказывал, столько алима он припомнил, да? Которые в Сирии были, которые здесь были, его учителя, с ними, которые учились. Али Хаджи, про него, который он когда учился, какие его слова были? Он говорил, я буду посуду мыть, вы просто мне урок дайте. И это не в таком возрасте, как он в вашем возрасте. Этот человек пришел туда учиться, в большом возрасте, у него еще сын с собой был, который пришел учиться с ними туда. И просто в каком уровне человек говорит, я буду посуду мыть, вы только дайте мне знания. Сегодня за вами убирают, за вами чистят, вам урок дают, у вас книги есть, учебные заведения есть, теплое место есть, просто вам остается только учиться. За то, что вы учитесь, у вас больше шансов перед людьми показывать. Вас хвалят, где-то стипендия бывает, где-то подарки бывают, и дома родители радостные бывают. Вот это все вы можете делать просто за то, что вы учитесь. И сегодня, пока вы молодые, у вас 16, 17, 18 лет, каждому, да, как скажем, молодые, ни женатые, ни семейные, ни о чем не думаете вы.
Вам не приходится думать, работать где-то, зарплату получать. Это все делают, у вас времени, как у вас, даже думать не стоит. Родители за вас все делают. А представьте, если вы опоздаете сегодня учиться, завтра, когда вы поженитесь, у вас уже один человек, который вы должны обеспечить. Маиша должен делать, деньги должны зарабатывать. У вас времени хватит учиться. Куда делить вам? Время, которое у вас было полностью 10 часов на ильму, сейчас вы эти 10 часов делите на жену 5 часов, на ильму 5 часов. И, а вы уже себе как уменьшили 5 часов для ильма, который можно получать. Сегодня у вас ильма будет, потом дальше у вас, иншаллах, рахман, Аллаху Та'ала все вам откроет дорогу мирской, как Аль-Хаджи как рассказывал примером. Аллаху Та'ала на вас направит люди, которые с маишатом, имуществом, деньгами, со всеми ризками Аллаху Та'ала к вам отправит, чтобы вы свое время зря не теряли. Из этого цените то, что у вас есть. То время, которое у вас сегодня, которое есть свободное учиться, каждую секунду цените и учитесь. Уважайте друг друга, любите друг друга. И всегда, вот каждый между глазами себе пишите слово «мута'алим». Где бы вы находились, слово «мута'алим», вы ее можете, как Аль-Хаджи сказал, «ильму поднят», и вы можете унизить. Вот вы можете это слово «мута'алим» испачкать или «мута'алим», чтобы она была ценнее. Вот сделайте «мута'алим» слово ценнее, потому что это вы, имеется муталим, да? Аллах Та'ала, который освободил от ада. Вы райские люди, которые ангелы носят, они которые покрывают свои, открывают свои крылья, чтобы вас нести. Вот в таком уровне находитесь. Из-за этого делайте дуа муалимам, своим родственникам, близким, родителям, всем, кто вам ильму дает, и особенно для всех, как скажем, да, особо всегда дуа делайте для Дагестана, чтобы стабильность была. И вот просто представьте, сколько человек здесь, где-то человек 70-80 здесь. Сколько алимов из этого зала выйдет. И сколько алимов, они полезны будут для нашей республики, для нашей страны. Ассаламу алейкум, рахматуллах, пусть Аллах вам всем поможет. Еще раз просто напоминаю об ответственности за то, что мы имеем сегодня такие блага. Если те люди, которые жили в то советское время, когда и изучать религию, и исповедовать свою религию были запреты, но на самом деле государственная политика такая была тогда, что какого-то Бога нет, и они запрещали это делать, закрывали мечети, закрывали медресе. Такое время было. Если людям, которые жили в тот период, может быть, перед Аллахом отвечать будет легче, они могут сказать, что хукумат был такой, все запрещали, все закрыто было. Нам с вами, вы просто подумайте над тем, чем больше хороших условий Аллах нам дает, тем больше ответственности тоже возлагается на нас. Вот эти муаллимы тоже, которые только что говорили, если учиться негде было, купаться негде было, кушать нечего было, тогда в вот таких условиях они жили. И сегодня нам Аллах дает больше возможностей, и вместе с этими возможностями возлагает больше ответственности. Это надо понимать, это надо знать, что за все это надо, за все это придется нам перед Аллахом отвечать. И поэтому я вас очень прошу, призываю, для того, чтобы вы с пониманием относились ко всему, что мы здесь делаем. Если даже я вас ругаю, только ради того, что вы были еще лучше. Я вас все равно люблю, и именно поэтому я ругаю. Любой отец, вы тоже будете отцами, иншаллах, вы даже своих собственных родителей тоже будете чувствовать. Любой отец всегда хочет, чтобы его сын был еще лучше. Поэтому он его ругает. Не потому, что он сегодня плохой. Потому что сегодня плохой поступок совершил, чтобы он его больше не совершал, чтобы он был еще лучше, только для этого делает его. Все муаллимы тоже вас очень любят, потому что они хотят, чтобы вы знали ильму. Так же, как и они, еще лучше, как они, чтобы это изучали и знали. Вы должны с пониманием относиться ко всему этому. Вы должны делать то, что они говорят, и идти по этому пути, сколько Аллах нам отпустил времени, идти именно по этому пути. Действительно, самый высокий статус, который может иметь человек, это статус мусульманина, статус муталима. Больше этого, цене этого не бывает. Надо держаться этого пути. А этот отдел давата, который сегодня к нам в гости приехал, они ждут, что кто-то из вас тоже, получив хорошее знание, будут работать вместе с ними. Очень нужны такие ребята. Очень нужны грамотные, крепкие, сильные люди нужны, чтобы дальше тоже они и вместе с ними, и вместо них дальше эту работу вести. Перед нами очень много работы. Сегодня, если мы видим, что вот здесь в одном месте 150-200 муталимов, это очень мало. У нас в республике
Дагестане, когда мы говорим, что Дагестан чуть ли не вся мусульманская республика, у нас республика очень мало муталим, очень мало. Меньше 1% от общего населения людей. Меньше 1% даже. Для сравнения, вы сами подумайте, в школах, колледжах, институтах, университетах, других хукуматских, там учатся больше 75%. 75% и больше учатся там в светских учебных заведениях. А в исламских учебных заведениях меньше 1%. Можете почувствовать разницу? А вам здесь, альхамдулилля, еще такая возможность дана, что вы и ильм тоже изучаете, и еще специальность тоже получаете. Эти две стороны нужно очень серьезно вести. Потому что вы очень нужны, грамотные, сильные, с хорошим иманом, с хорошими нравами, которые идут в общество и помогают развивать это общество именно в правильном направлении. Вот такие ребята нужны. Да, оставим, чтобы вы действительно понимали это все и шли по этому пути.